короткое время. Новости. На Купинском и Краснолиманском направлениях спецоперации. Короче, подъезжаю я к повороту. На свою Мариэл. Поворот на Сыктывкар. Сейчас Кукиси. Будет поворот. Светает, как вы видите. Я не сомкнул глаз ночью. Ну, благо, предыдущую ночь я отоспался. Доедем на нашей дешевой гостишке, там поспим. Увидим одноклассников. После этого будет миссия выполнена. Конечно, лучше ехать днем. Ну, не знаю, может быть, тогда я пересплю еще в гостишке и днем поеду. Поутру уже поеду. Посмотрим, какие там условия в плане звука. Поди ж ты. Наверняка шумно, что-то мне кажется. Все-таки цена маленькая, должны быть какие-то недостатки, правильно? Но если шумно не будет, то вообще шикарно. Посмотрим. Да, вот сколько раз я тут ехал в Кугисях. Помню, я ехал как-то утром уже. Видел, как школьники пошли в школу. По-моему, это был какой-то предсентябрь. Так, нам не пропустить, блин, поворот. Как-то раз был случай в ранних своих поездках. Имеется в виду после 17-го года, но в ранних я пропустил поворот. И тут дальше идет отбойник, и хрен там развернешься. Вот он, вот он. Я так радовался каждый раз, когда я занимаюсь, и у Мишани этот поворот, вот этот вот баннер. Вот с этими прекрасными надписями. Вот, Кукиси у нас закончились. Включаем поворотничек и на Мариэл. Так. Ну что, ребятушки, нам еще нужно будет обязательно в июне захватить ящик. И уже, как говорится, потом мы уйдем на скрипку. Опять и снова. И, как говорится, уже доделаем наше скрипичное дело. А тут вчера, вот предыдущей ночью. Вот сейчас ночь, да, на 1 мая. А вот предыдущая ночь на 30 апреля. Сейчас же 1 мая. Слушайте, сейчас сверю. Вот. Вот я вам показываю. Сколько времени, что и как. В общем, мне было, конечно, как всегда, ужасно бытийственно, тоскливо, горестно. Пришел я к маме, лег рядом и стал выкладывать все свои научные идеи по числу пи, по бесконечному уменьшению, про свои планы освоить всю науку. Я постоянно про эти планы говорил. И как-то вдруг у меня возникла мысль, что не только блогерство начать, но еще уже начать заниматься наукой. Но для начала мне нужно вот эту всю мою программу «Скрипки соло» сыграть, показать себя как исполнитель. Может быть, по возможности как-то раскрутиться и денег подкрутить, известности подкрутить. И перейти уже к занятиям наукой и к написанию своего романа. Но перед этим надо, безусловно, нам захватить ящик. Что это такое с ним? Куда это он сворачивать-то хочет, интересно? Поворота-то нет. Да, тут что-то дорогу сделали, походу, мне кажется.
Сейчас будет впереди Чебоксарская ГЭС. И, в общем, идем потихоньку. Сейчас мы в гостишке, я все свои пасочки заряжу, как говорит Антон Птушкин. Эх, жаль, что Антон Птушкин не вещает, да? Ой, как жалко. Как я ждал каждого выпуска. Надеюсь, он возобновится. В общем, я как Птушкин заряжу. Все пасочки заряжу себя. И пойдем мы с вами штурмовать моих одноклассников дорогих. Посмотрим, что и как. Посмотрим, какой будет общий язык. Посмотрим, кто придет. Посмотрим вообще, что. Так что двигаемся впереди, моя святая Мария.